Савчик, ты чё здесь тусишь? Я тут вообще с кем-нибудь попал! Привет, ребята, это я, Владус Марладус! И я, Савчик, ну будик, всем привет! Да, сегодня мы с Савчиком будем делать друг для друга жесткие, максимально жестокие испытания. Но, ребята, перед тем, как мы начнем, вы должны поставить прямо сейчас лайк на это видео, если вам нравится эта рубрика. И все зависит только от ваших лайков. Продолжение. Савчик, хватит чилить. Я тебе просто аплодирую, понимаешь? Ребята, еще подпишитесь на наши с Савчиком каналы прямо сейчас. У вас есть на все про все секунд 10, пока мы идем до своих арен. Савчик идет на свою арену, а я на свою. До свидания, Савчик. Ну что же, ребята, для вас прошло буквально пару секунд, а для меня, можно сказать, целая вечность. Я строил это где-то минут 30 или 40. Все как всегда. Это пипец на самом деле сложно, поэтому я надеюсь, я заслуживаю вашего лайка прямо сейчас. И да, подписаться все-таки не забудьте. Фух, ну что, погнали, я вам покажу, что у меня получилось. Это полная жесть. Ребята, короче, это будет целый квест для нуба. Смотрите, я построил настоящую в полный размер голову нуба. Но что здесь не хватает? Чего здесь не хватает? Конечно же, двух зубов. Ну или хотя бы одного. Короче, его задача будет найти зубы. Да, это вообще просто взрыв мозга. Я вам покажу, смотрите. Первым делом, конечно же, у нас невидимая дверь. Заходим, и здесь вот такой мозг. И на нем есть, просто так сказать, рычаги активации, активности мозга. И самое, что интересное, тут нет ни одной правильной кнопки. А что они все дают, вы увидите чуть попозже, когда Савчик придет смотреть. Что ж, он такой видит сразу. Ага, люк, пам-пам-пам. Такой, конечно же, я сюда прыгну. Но он такой спрыгивает, и здесь на самом-то деле ничего нет. Но, более того, эта вода очень опасная. В ней водятся крокодилы. Шучу, никто в ней не водится. Вы что, ребят, мне поверили, что ли? Не-не-не-не-не. Короче, вы тоже увидите потом, что она делает. Ответ здесь на самом деле очевиден. Он лежит на поверхности, и можно, в принципе, догадаться. Нужно всего лишь присмотреться к факелам. Да, к факелам, смотрите. Ну-ка, настоящие они или нет? Давайте-ка приглядимся. По-моему, да. А может быть, вот этот все-таки нет? Правильно, это фейк факел. Ну, точнее, просто факел-рычаг. Он открывает нам люк. И этот люк просто так не открыть, потому что он железный. О, смотрите, секретный металлический люк. Все, спрыгиваем сюда. Ах, да, конечно же, эта лава не настоящая. Она урона вообще не приносит. И он здесь никогда в жизни не умрет, даже если будет купаться в ней. Что ж, мы идем дальше и памс. Проваливаемся на шипы, конечно, как без шипов, ребят. Конечно же, я их сюда добавил. Да, и дальше я ему скажу: блин, чувак, тебе нужно искать отсюда выход. Выплывать отсюда не вариант, потому что, ну, вообще не выбраться, понимаете. И он начнет искать выход, будет ходить, ходить, ходить. О, вот же он, нет, а вот эта лава уже, конечно, настоящая. Так, короче, что-то я так долго строил, что, да, вот, я просто забыл еще одну нычку, представляете. Настолько это все долго делается, ребята, поэтому, ребята, ваши лайки — это жесть как важно, так как это все реально трудно строится. Ну что ж, давайте погнали дальше. Ответ вот он. Ага, просто, понимаете, снова факел и рычаг. Я думаю, что он после этого забудет. Хотя факелов здесь достаточно много, и как бы прожамкать на все — это еще и опасно. Мало ли какая-нибудь ловушка активируется. Но он проходит сюда и попадает в тюрьму. А дальше вообще полная жесть. Он нажимает на эту кнопку, и здесь образуется бедро, которое он никак не сломает. Это гениально. Ребята, мне вообще понравился этот ход событий. Как вам, пишите в комменты, насколько интересно у меня ловушка получится. Это вы потом еще оцените. Что ж, он такой ходит здесь, ходит, смотрит, бродит. Такой, в печке нашел рычаг. Ага, я ему скажу, ну все, рычаг нашел, значит, его можно ставить сюда. Он сюда поставит, вы сами увидите потом, что будет. А ответ у нас лежит вот здесь. Вот здесь. И пам-пам, здесь у нас секретный сундук с киркой. Но эта кирка необычная, я ему так скажу. Она может ломать только прутья. Да, он выберется, как бы здесь все нормально, все хорошо. И тут начинается жесть. Здесь ловушка, здесь ловушка, здесь тоже ловушка. Это вообще пипец. И главное, ни одного правильного хода. Это все фейк-ходы. Правильный ход у нас здесь. Просто невидимая дверь, которая замаскирована под кирпичи. Это гениально. И, конечно же, ему нужно будет найти правильную кнопку. И это, я не знаю, невозможно, наверное, сделать. Хотя кнопок не так уж и много. Но правильной кнопки нет.
И причем они не нанесут ему урон, не активируют ловушку, это просто троллинг кнопки. Пускай он боится и нажимает. Правильный выход у нас здесь. И... кажется, это тупик. Кажется, придется прыгать. Па-памс! Конечно же, фейковая лава, которая не принесет урона и... это зуб. Все, ребята, больше я вам палить не буду. Уходим отсюда, все за собой закрываем, как бы ключик проглатываем, убегаем. Ребята, все ловушки я закрыл, все четко работает. Ждем Савчика. Эх, хорошо криво сидеть, а еще лучше флексить. Оп, оп. О, Савчик, здорово. Савчик танцует, то яривые-то вообще. Не плачь, Савчик, ты че? Да ты че? Оп, здорово. Все, 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 Савчик, спокойно. Пойдем смотреть твои испытания. Погнали, только, блин, а почему мои первыми? А почему мои первыми? Считай, что мы сыграли на камень, ножницы, бумага, и я выиграл. Что ж, Савчик, давай гейм-мод отключать. Да, конечно. Всем давай сейчас вырубим. Обманывает меня опять. Ладно, рассказывай. Это, короче, огромная библиотека. И что в ней надо делать? Я захожу? Да, заходи. Пипец, это что, лабиринт, Савчик? Только не говори, что да. Нет. Все, хорошо, хорошо, хорошо! Так и знал, надо смотреть под ноги! Так, 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 я выберусь, тихо, спокойно. Так, Савчик, вот эти твои ловушки нубские. Сейчас, я тогда пойду на шифте, понял? Нет, здесь уже точно ничего нету больше. Так, ну, обещаешь? Обещаю, там дальше циколава. Что за нубские стены? А, так она фейковая. А, нет! А, фейковая, да, фейковая. А, так это, я же вижу здесь невидимые блоки, ты че? Вот. Да. Аккуратно, аккуратно, живем, живем. Подожди, мне нужно потушиться нафиг. Чего, мне дальше идти, да? Нормально все? Нет, нет, подожди, тебе надо обратно. Почему обратно? Я тебе сюрприз приготовил. Все, я не буду тебя слушать больше. Так, Савчик, аккуратненько. Нет. Да елки-палки, какой-то оригинальный. Так, что? Я сам оригинальный. Подожди, стой. Не ломай ты этот демп, сломал да, трактор, все, все, совсем, верну. Я тебя потушу. Так, что мне нужно? Он круглый и очень прыгучий, прям такой же, как нуб, ну уж очень могучий. Короче говоря. Это, я так понимаю, загадка. Да, это за библиотека, поэтому здесь все должны начитанными быть. Так, ребята, давайте ответ на загадку прямо сейчас. Но я уже догадался, можно я отвечу? Давай, отвечай. Это мяч, конечно. Как ты догадался? Так мне подписчики помогли. Так, а да, что в других дверях? Я тебе можно вставлю вагонетку, ты сразу садись. Тут... Нет, подожди, стой, 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 в других дверях пока нельзя. Ну все, давай, давай, давай тогда потом вагонетку. Потом посмотрим. Давай, вот так вот, ставь вагонетку и поехали. Давай, ты меня только с толкача ткни мне, давай. Оп, я тебя воткнул, давай. Просто, Ватя, воткнул, поехал. Ты че? Я просто испугался, Савчик. Кого ты испугался, ты чё вообще? Давай еще раз, давай еще раз мне одну вагонетку, я сейчас точно поеду. Держи. Я реально испугался, что здесь сейчас лава будет. Ну а там, кажется, спуск. Пипец, это быстро! Так, тихо. Нет, Савчик! Так, Савчик, я вернулся. Что делать? Чё, открывай сундук тебе. Открыл? Так там ничего нет. Я знаю! Ты дурак, что ли? В смысле, это неправильный путь какой-то. Что делать-то надо? Нет, неправильный. Давай дальше. А, эй, вообще-то загадка была. Я ответ-то правильный дал на загадку? Не. В смысле? Он круглый, очень прыгучий. Это мяч баскетбольный. Нет, давай вот иди сюда теперь. А куда? Зачем? Да по очереди будешь в каждую дверь ходить. Просто я сам уже забыл, в какой двери правильный выход. Ты дурак, что ли? О, я нашел, кажется. Ага. Да? Нет, я так и знал, я пытался не упасть на них, но все равно упал. Да елки-палки, так быстренько, быстренько к Савчику. Так, Савчик, давай в эту дверь тогда ты иди. Окей. Так, сейчас я, да? Тихо. Да. О, здесь ничего нет. Ладно, все, сейчас ты идешь. Вот в этих дверях ничего нет. Ёлы-палы. Блин, я забыл, что здесь лаву выложил. А как здесь паркурить? А я больше не вижу блоков, чувак. Все, ну это тетерюга получается, да? Фигушки тебе, чтобы я... Опа-на, тут, кажется, тоже фейковый какой-то ход. Сюда мы не пойдем. Блин. Опачки, опачки. Опа-на ты, опа-на ты. Ты че делаешь-то нафиг со мной? Спокойно, спокойно. Так, все, я пере... Стой, 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 дальше не проходить. Да я и бояться. Короче говоря, это последнее испытание. Это, короче, алмазная дорожка. Тебе надо по ней пробежаться, быстренько схватить, короче говоря, сундук и убежать обратно, потому что там в конце будут луки. А со мной ничего не будет? А что с тобой будет? А что-то мне не дает туда пойти, понимаешь?
Что тебе не дает туда пойти? Не знаю, Савчик. Не могу на шифте туда пройти, понимаешь? А ты зачем на шифте такое? Нет, Савчик, оставь! Ебой! Ёлки-палки, ты меня в какую-то тюрягу посадил! Ну все, Савчик, держи! Сейчас я покажу тебе свои ловушки! О, нет, я боюсь, что я уже вижу свою физиономию! Как тебе, Савчик? То... Ты тоже это заметил, да? Зубов не хватает. А где зубик мой? Ты что, это так, моя реликвия? Тихо, спокойно, спокойно. Зуб украл злой доктор, злой стоматолог. Тихо. Где он? Я его убил. Тебе придется его найти, ты готов? Я готов всегда. Пойдем за мной, Савчик. Давай, проходи в эту голову. Так, ладно, да давай, Савчик, давай, залетай сюда. Скорее, здесь дверь была какая-то, видел? Чёрт. Это в туле мозг? Да. А чё он такой большой? В смысле большой? Ну да, согласен, переборщил. Слушай, может быть, как-то это, на кнопки нажмешь? А затем? Ну я не знаю, может телепортируешься куда-нибудь? Ну надо выход искать, надо к доктору идти, к этому. Ой. Что? Что? Чё? Ты меня убил! Нет, это все эти кнопки. Попробуй другую, может быть. Савчик, попробуй другую кнопку. Давай другую, так другую. Оп. Ай, не получилось, не фартануло. Ладно, подсказка. Ты заколебал меня убивать! Савчик, эти кнопки все фейковые, короче, на них не жмакай. Давай думай, куда здесь нужно идти? Вот сюда вот. Думаешь? Наверное. Ну попробуй, открывай люк, как бы, я-то как бы только за, понимаешь? Эй, что это? Все, минус, Савчик, давай тэпайся, это был неправильный ход. Думай еще, Савчик, думай. А что это такое? Нет, я тебе говорю, это... Дура, чела, это фейковая вода, Савчик. Это вода, только лава, понимаешь? Сюда нельзя. Все, думай, следующий ход. Кнопки нет. У меня есть маленькую предполу... А, чё? Нет, то ли? Ты догадался! В натуре! Ну, не знаю, загляни, что там. Там лава. Ёлки-палки, не знаю, прыгать, а не прыгать. А ты где? Я тебя не вижу! А я исчез, Савчик, давай сам проходи, я тебе только буду подсказывать сверху. Ладно, так я тебе... Да, это фейковая лава, Савчик, поздравляю, ты угадал. Но, кажется, тебе нужно выбраться из этой комнаты. Да! Нет, ломайся быстрее! Быстрее телепортируйся, пока ты не сдох, Савчик, быстрее! Оп, успел. Все, хорошо, давай, выбирайся из этой комнаты, потому что... Ты сейчас опять грохнешься. Аккуратно. Думай. Факела думаешь, да? Да, я думаю, факела. Так, а почему этот факел открывается? Ну да, этот... может быть, фейковый. Как ты догадался сразу? Ну, Савчик, здесь было еще две ловушки минимум. Одна в стене, а другая... Ладно, давай, не будем. Ты не попался, значит, не попался. Все, че... Что? Дурак. Вылазь отсюда. Савчик, проходи сюда. Кажется, ты попал в тюрьму. Нажимай на кнопку быстрее, чтобы выбраться. Нажимай на кнопку. Быстрее, побежали. Савчик, бедрок. Бедрок появился. Ты обратно не убежишь. Ты зачем это сделал? Ну-ка. О, рычаг. О, смотри, рычаг. Кажется, его нужно ставить на золотой блок. Это такое правило. Я тебе диктую правило по факту. Давай. Давай, ставь рычаг, Савчик. Ой. Что? Ты меня опять убил? Давай телепортируешься скорее обратно в свою камеру. Слушай, это был неправильный ход. Ход где-то в другом месте. Думай, Савчик, ты в тюрьме. Я пытаюсь пройти в другую... Ладно, давай, Савчик, подсказку, потому что это на самом деле не так уж и просто. Проход под кроватью. Чего? Опа! Догадался, смотри, что там? А чё я дальше не могу пройти? Нет, ну ты приглядись, что там такое? Опа! Кирка! Алмазный киркой! Я пошёл ломать бедро. Не, Савчик, ты... Савчик, подсказку надо? Надо! Не сломаешь бедро. Короче, надо ломать только прутья. Алмазная кирка только для прутьев. Давай. Выбирайся отсюда, и кажется, тебе нужно выбрать правильную дверь, правильный проход. Но я даже не знаю, есть тут он или нет. Думай. Так, мне что-то... Слушай, не забывай, что прутья можно ломать. Там все сундук! Прутья. Да, думаешь? Ой! Что со мной произошло? Ты, кажется, попался в ловушку, в троллинговую. Блин, я думал, что надо лучше вот это ломать, потому что там есть сундучок. Ну, слушай, да, гениально. Давай, попробуй его все-таки. Ай!
Здесь не было ловушки, Савчик, выбирайся. А как мне выбраться-то отсюда? Слушай, здесь, кажется, ничего нет. Давай еще какой-нибудь один, а? Да, блин, сколько их может быть тут все в этих ходов? Нет, здесь, кажется, тоже ничего нет. Ну-ка, может быть, здесь все-таки есть. А, здесь все-таки есть. Молодец. Блин, ну да, ты наколебал меня. Это, кажется, была ловушка, Савчик. Ну, слушай, правильного хода нет вообще. Это тебе подсказка. Подожди, мыслей нету. Ух ты, ух ты, ой, как горячо ты сейчас был, ёлки-палки, как горячо. Правой кнопкой мыши, Савчик, по стенам кликай на всякий случай. Может быть, опа! Это на самом деле жесткая подсказка, но я считаю нужная. Так, кажется, нужно тебе на правильную кнопку нажать. Да, сколько их тут кнопок-то вообще, я на все подряд уже замкаю, ничего не замкаю. Эх, Савчик, кажется, ты не угадаешь, попробуй по углам походить, может быть, а? Да я и так уже на все кнопки подряд нажимаю! Не-не-не-не, Савчик, ты не понял. Может быть, ты в угол встанешь какой... Ой! Ой! И не попался я в эту ловушку! Тут, кажется, тупик, Савчик, но выход один. А он есть вообще, нет? Да, вот он. Ты в нем только что был. Это не ловушка. Чё? Я тебе серьезно говорю, прыгай, это уже фейковая лава. Блин, тихо-тихо, Савчик! Тихо, секьюрити, ломай камеры, видишь, зуб охраняется, давай ломай зуб и убегай отсюда быстрее. Ломай, так, давай, все, пофигу, зуб давай сразу ломай, давай, стекло разбивай, зуб ломай. Быстрее, Савчик, да что ты будешь делать, быстрее, пока нас не спалили. Ой, все. Ой, что это было? Жесть, просто жесть. Главное, остался в фейковой лаве. Короче, ребята, оценивайте прямо сейчас мои испытания, испытания Савчика, и пишите, кто выиграл, потому что это была просто какая-то бомба. Пишите комментарии, ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Это был Владус Мороглазус и Савчик Покатус.